трасса 101. Приветствую, в эфире трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В эти праздничные дни сотрудники ГИБДД в Кирове и области работают в усиленном режиме. Инспекторы сосредоточили внимание на людных местах, загородных трассах и дорогах, ведущим к садоводствам. Региональное управление госавтоинспекции призывает водителей быть внимательными, осторожными, вежливыми и трезвыми. Трасса 101. За первые 4 месяца 2017-го бензин в России подорожал в среднем на 2,2%. К осени, считают аналитики, стоимость горючего подрастет еще на 1,5-2%, и это будет происходить плавно. Дефицита топлива в ближайшее время специалисты не прогнозируют, несмотря на то, что на двух крупных нефтеперерабатывающих заводах в Астрахани и Ачинске продолжается реконструкция. Трасса 101. Министерство транспорта поддержало инициативу о введении в автошколах двух курсов обучения для любителей и профессионалов. Первых предлагается учить столько же, сколько сейчас, но увеличить количество практических часов за счет сокращения числа занятий по другим дисциплинам. Профессионалов же хотят готовить дольше, плюс 100 часов. Стоимость обучения для них будет, соответственно, выше. Трасса 101. Лидер «Справедливороссов» Сергей Миронов предложил разрешить тратить материнский капитал на покупку нового автомобиля российской сборки. Ранее об этом говорили многие другие политики и депутаты. По мнению Миронова, особенно в таком новшестве нуждаются многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами. Да и в целом, отмечает парламентарий, новые машины из-за падения курса рубля стали недоступны большинству россиян. В Таджикистане уволили с десяток милиционеров, в том числе автоинспекторов, по причине их тучности. Бедняги не смогли похудеть за последние несколько месяцев, в течение которых в республике реализуется программа оздоровления правоохранительных органов. Она предусматривает регулярные 5-километровые пробежки и другие занятия спортом. Стоит отметить, что большинству таджикских копов сбросить лишний вес удалось. Максимальный результат – 20 килограммов. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.